На озере Сайвер в республике Марий-Эл состоялся турслет «Посвящение в туристы». Мероприятие организовано туристским клубом Казанского федерального университета «Альтер-Эго» совместно с департаментом по молодежной политике КФУ. У нас здесь проходит турслет, юбилейный 10-й турслет, посвященный Дню туриста. 27 сентября, как обычно, празднуется Международный день туризма. И мы каждый год проводим слет для новичков, для новобранцев клуба, которые сегодня здесь расположились в нашем маленьком палаточном городке. Посвящение прошли 60 студентов, новичков в туристическом деле. Среди них обучающиеся Казанского федерального университета и других вузов. О турслете турклуба КФУ я узнала из группы, и мне сказала подруга. Потом я записалась, и, получается, потом получила оборудование, и теперь я здесь. Надеюсь, что получу кучу новых ощущений, надеюсь, испытаю на себе новые какие-то навыки, научусь там, не знаю, разжигать огонь. Новичков ожидала серия испытаний для ознакомления с жизнью туриста. У нас целый полигон, у нас основа — это наше озеро, Сайвер. Вокруг него есть несколько этапов, все они посвящены различным областям и этапам туристической жизни. Ребятам будет выдаваться карта, с помощью которой компасы они будут ориентироваться и находить этапы, и проходить конкурсную программу. Это включало в себя сбор и установку палатки, туристический кроссворд, узла вязания, разведение костра, плавание на катамаране, ориентирование в лесу и прохождение непригодной местности. Этапы катамаран и прохождение местности требовали командных взаимодействий. Плавание требовало координации движений, а прохождение болот – постоянного контакта участников друг с другом. Во второй день новичков ожидала работа с туристским снаряжением, включающая в себя веревочные этапы. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.